Далее появился интент-сервис. То есть программисты сидели-сидели такие, и вот им пришла в голову, то есть мы как-то примирились с тем, что это осуществляется в главном потоке. Мы должны создавать вот такой коротин скоп, вручную это все управлять вот здесь этим скопом, лаунч, запускать это в коротине. Программисты смирились с тем, что надо останавливать поток, типа, ну, после себя он не может сам прерываться. Его либо вот так, либо программно, как я вам показал, надо стоп-сервис вызывать и указывать его интент с контекста. Вот. Ну и последней каплей, наверное, у них стало то, что вот, когда мы запустим и нажмем на сервис, мы увидим, что начал работать сервис, да? Студент 1 идет в Слизерин, студент 2 идет в Слизерин, 3, что-то все в Слизерин пошли. Четвертый. И если мы еще раз нажмем сервис, да, еще два раза прям даже нажмем. То есть мы видим, новый поток начался, но предыдущий продолжает. С 5, 6 начался два потока, мы два раза нажали, да? 2, 2, 3, а тот предыдущий 7, 8, 9, да? То есть сейчас три потока одновременно выполняются. Еще раз несколько раз нажмем, и прям тут 4, 5 из целых потоков прям пошло. Вот. Как этого избежать? Ну, историю надо знать, да, вот эволюция мысли, как это все происходило, чтобы вы понимали, чтобы вообще notification'ов несколько не всплывало, чтобы один и тот же notification был, мы по ID, да, его идентифицировали. А вот сервисы то же самое, то есть, чтобы несколько их не работало, люди также вот помимо вот этих вот минусов вручную обрабатывали потоки, вручную останавливали его, также они начали идентифицировать его по ID, давать ему название, использовать какие-то вот перемены для этого, и возникла такая потребность это все тоже автоматизировать. Ну, это был низкоуровневый код, вот перевести на более высокий уровень с помощью intent сервисов. И придумали вот следующий код. Давайте его назовем head intent сервис. И будем уже наследоваться, смотрите, не от простого сервиса, как вот здесь мы делали, просто сервис, да? А уже будем head intent сервиса наследоваться. Intent. Head intent. Вот и от intent сервиса. Сейчас он deprecated, не используется, но тем не менее его применяли. У него теперь вот идентификатор берется вот сюда. Давайте создадим такую переменную. Вот, теперь ID notification, ID channel, да, то есть ход мысли, главное уловить. Для intent-сервиса, чтобы потоками не выполнялись, один сервис всегда выполнялся, и если он уже выполняется, все, он идентифицировал однозначно. Ему давали ID. ID, ну здесь он как name, да, установлен. Name, который принимает string. Сервис name и какой-то вот однозначно идентифицирующий название head intent сервис. Сервис name. Вот отправили сервис name и смотрим, какие здесь методы. Здесь он handle intent. Почему-то он его в конец закинул. Вот здесь companion object должен быть последним. Ну и давайте сюда скопируем код из, так, не MySeries, вот из вот этого, современной, вот этой вот штуки. Head Intent Series. Скопировали все. Этого метода, смотрите, он start command есть метод. Все, что выполняет он start command, здесь берет на себя он handle intent, но дополнительная такая плюшка от него, что он это все уже делает сразу в фоновом потоке. То есть нам не надо создавать корутину, скоп, запускать launch, действие за собой, затем вызывать стоп. То есть просто вот эта реализация без корутины напрямую отправляем в этот метод, он handle intent, и он работает.
Так. Ну, это не корутина, поэтому, чтобы усыпить поток, мы вызываем thread sleep. И указываем 3000 миллисекунд. Все, в корутинах через delay, многопоточном через thread. Так, нам надо добавить тег сюда. Locked. Head intent service. Тег добавили. Вот, handle intent таким образом. Ну, ему какая-то аннотация, наверное, нужна, да? Deprecated, надо указать, что он deprecated. Так, смотрите, корутин скоп, поскольку мы уже не используем, он нам не нужен. Это закрыли, не закрыли, handle intent. Все, закрыли, теперь и handle intent. On create. Есть такой метод его, который осуществляется при создании. Ну, видимо, они все deprecated. Так, он start command. Отсюда уже все. Start sticky, то есть он уже не используется. И мы использовали, да, start sticky, start not sticky или start delivery. Если нам надо, чтобы он сохранял intent, то в методе onCreate, давайте метод onCreate вынесем самым первым, как мы привыкли. В методе onCreate здесь должен быть enable intent. Или не enable, а set установить. Set intent redelivery. Вот он. Ну, если нам надо, чтобы, например, intent сохранялся, можно использовать такой метод. Ну, вообще, начинайте вот создание интента сразу же с тем, что мы его объявляем в манифесте. Создание сервиса. С тем, что мы его объявляем в манифесте. Создаем новый сервис. И вот его имя уже, вот он, head intent. Поскольку мы нацеливаемся от сервиса, он сразу автоматически начинает его искать и подсказывать. Если мы создаем notification, notification channel, это нам надо notification ID, давайте еще вот эти константы отсюда скопируем. Так, Companion Object, я не помню, это я там создавал вообще или нет. Весь Companion Object давайте скопируем. А, нет, есть Companion Object. Да. Что-то есть тут. Так, Channel ID, Notification ID. Вот здесь Notification ID он берет отсюда. И создает таким образом notification. Запускает foreground. Так, он handle обрабатывает. Обработка пошла. Корутина нам уже не нужна. Destroy метода bind. Тоже без него можно обойтись. Channel ID возьмем отсюда. Channel ID, notification ID. Это все у нас готово, уже прописано. Если надо теперь подключить из вот отсюда. А где ошибка? Так, channel ID приватной компании. Так, это не sorting. Вот так, channel ID. То есть, когда мы создаем notification, мы получаем из channel ID вот этого класса. И надо теперь его подключить к... Так, когда запускаем фрагмент start service, запускаем сервис, мы запускаем foreground сервис и на основе теперь вот этого head intent сервиса. Head intent сервис. И запускаем новый сервис. Пошел студент 1, отправляется в Слизерин, Гриффиндор, Хаффлпафф, 4-й студент в Слизерин, 5-й в Слизерин. И нажимаем сервис 2-й раз, там 3-й раз, 4-й, 5-й раз. Смотрим. 5-й, 6-й, 7-й. 1-й Слизерин.
Он точно его intent возвращает? Intent. Нет, нет, нет. Смотрите, я код скопировал в head intent, но он запускает intent не head, а sorting head. Foreground сервиса. А нам надо intent сервиса. Head intent сервиса. Перезапустим. А то я прям удивился, что он параллельно начал intent сервис выполнять. Нажимаем сервис, шапочка, прям тащусь с этой шапочки. Так, logcat. С logcat мы удалим и добавим тег для нашего хэта. Вот. И мы видим, что он запустился и выполняется. Если нажмем еще раз, 2, 3, 4, 5. Видим, он как выполнился подряд, так и выполняется. Он не обращает внимания, да? То есть один однозначно идентифицировал по названию name и выполняет в одном потоке. Поток берет вот отсюда onHandle, вот здесь новый поток. И как бы там пул потоков он ставит в очередь, то есть и сколько раз мы нажали, да, там еще, например, 2, 3, 3, 4, 5, то есть 5 потоков он поставил в очередь, то есть он 5 раз выполнит. И потом возьмется за... То есть параллельно он не идет выполнять. Один поток только выполняется.